So, hello, it's me, Виктор. Странно. И сегодня мы будем... Это экспериментальная рубрика на моем канале. Называемся «Фёдор готовит». И сегодня мы будем готовить тосты по-французски. French toast. И это нам понадобится яйцо, молоко, сахар и хлеб. Для начала разобьем яйцо. После добавляем к нему немножко молока. Теперь мы это должны взбить. Чуть не забыл. Также надо добавить немножко сахара. Желательно. Две чайных ложки. И теперь все это надо как следует взбить до однородной консистенции. Иногда лучше ложкой, но кто-то бы предпочел лучше вилочкой. Пора вымочить в этом смеси хлебушек, как следует. Теперь ложим его на сковородку. У нас лишь только бортик. Дим их. Хопа. Этот кусочек как следует яйца смазываем. И на сковородку. Time to spin it out. Come on. Finally. Perfect. Be ready. Cool. Come on. Roll up. Cool.
А теперь наложим имеющееся варенье на хлеб. Мирно вложим наш джем. Наш вкусный джем. Days of my day. And salam. And you got this. A French toast, homemade version of French toast. And French toast is done. And now it's time to taste. How it's gonna be on taste? Mate. Hmm. Nice. The taste is wonderful. The jam, bread, wonderful taste. Отлично получилось. В основном моя оценка этому... I mean it's alright, like. Ну, где-то 7 из 10. В любом случае, надеюсь, что вам это кулинарное видео понравилось. Если да, то не забывайте ставить лайк, нажимать колокольчик и подписываться. Также оставьте комментарии, что вам понравилось это или нет. Можете также рассказать свою точку зрения в комментариях. Ну что же, с вами был я, Фёдор, и всем сайонера!